Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. С вами Елена, я рада приветствовать вас на своем канале «Все для женщин». Сегодня, милые мои женщины, я хочу предложить вам уникальное средство омоложения ручек в домашних условиях. Если вам интересно видео такого рода, оставайтесь со мной, будем омолаживаться вместе. Желаю вам, мои хорошие, приятного просмотра. Итак, мои хорошие, чтобы приготовить нам эту замечательную омолаживающую маску для рук в домашних условиях, нам с вами понадобятся самые простые ингредиенты, которые находятся у каждой хозяюшки на кухне. Во-первых, нам с вами нужна вода и соль. Это первое. Для самой же маски мы с вами берем мед, яичный желток и растительное масло. Все ингредиенты, все пропорции я напишу в инфобоксе под видео. Так что смотрите. Давайте сейчас приготовим эту чудесную маску, и я на своих руках покажу вам, как это все делать. Ну, во-первых, мы с вами берем теплую воду, не горячую, именно теплую, и добавляем в воду 2 столовые ложки соли. Размешиваем водичку. Сейчас приготовим маску. Берем один яичный желток, добавляем 1 столовую ложку меда и 1 столовую ложку растительного масла. И хорошенько все перемешиваем. Вот так, я кисточкой перемешаю быстро. Вот такая желейнообразная маска у нас получилась. Все, маска готова. Перед началом нанесения маски мы с вами в солевой раствор опускаем наши ручки и готовим их к нашей чудесной омолаживающей масочке. Ручки держим в солевом растворе 10 минут. Как только пройдет 10 минут, мы с вами достаем ручки, мы их не вытираем, мы просто берем и вот так полотенчиком ладошки промокнули так слегка, и на этом все. Убираем наш раствор, берем масочку и наносим маску, можно руками, можно кисточкой, на наши ручки, вот так наносим. Можно также этой масочкой помазать свои локоточки. Вот так. Нанесли одну и также наносим другую. Я даже уберу кисточку и нанесу просто рукой. Мне так будет удобнее. Вот так. Вот так. Прям промазывайте хорошо. И не забываем промазать локоточки. Вот так. Держим такую маску 15-20 минут. После чего смываем маску теплой водой. По желанию можно нанести свой любимый крем. Девочки, эффект после такой маски замечательный. Кожа рук становится мягкой, эластичной. И трещины проходят буквально за 3-4 дня. Берегите свои руки. Кожа на руках выдает возраст женщины еще больше, чем морщины на лице. Никогда об этом не забывайте. Милые мои девочки, сегодня я поделилась с вами замечательной омолаживающей маской для рук на натуральной основе. Если вам понравился рецепт, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, и включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Жду ваших отзывов, комментариев, пожеланий. Желаю вам красоты и здоровья. Всего самого доброго. С вами была Елена. Не забудьте зайти в гости на мой второй канал «Домашняя кухня СССР». Буду всем очень рада. Всем пока-пока. Скоро вновь увидимся. Удачи вам!